смотри. Одна фразочка, не руби. Да, пошли еще разочек. Не руби, не руби. Там и только две нотки. И нет возврата, смотри. Пошли. Лучше дальше поем. It takes 7 time in red to make a parasite. Смотри, вот здесь у тебя вот эти строчки. Нет совсем динамического развития. Вот здесь ты сделай. Ага. Сюда, потом еще сюда, к этому сону. Потому что опора, она будет работать получше, нотки встанут почище. Угу. Еще разочек, с самого начала пролог. Я прошу. Of poets I've used many words to see a simple thing. It takes a long time in red to make a parasite. With music all your bells will play. For you are every time a song. To be sure you know what I'm saying. Хорошо, вот эта строчечка. I'll translate as I go. Ну молодец, умничка. А вот здесь тебе, знаешь, ключевой не хватает. Успокойся к концу. Успокойся к концу, ага. Потому что как бы суетливые концы вот этих первых двух. То есть они как бы поспокойнее, окончание фразочек. И Александр Валерьевич, конечно, за тобой бежит, и как-то там вот немножко там непонятно. Первые две. И... Of poets I've used many words to say seven ways. Спокойно. It takes a little time in right to manage for MC. Ну вот. Хорошо. With music is a звук. Поем
играет. Видимо, я сбиваю. Серьезно? Да, я сбиваю. Как он играет? Ты можешь даже головой здесь заново. А потом спуститься на грудь. Но если ты понимаешь, опять же ты боишься ее. Да. Тут по тексту могут по-другому. Боишься и все. Ну что ты будешь с тобой делать? Сначала взяла ее, задавила, а потом ушла так спокойно ты вот здесь. Какая была хорошая нотка, прикрыла этот звук, потом вывела его, как цветочек, расправила его. Второй. Нет. Первый куплет, вторая часть, Александр. И вот его спали. Вот это. Вот отсюда поет. И вот его. Я могу набрать слова. Пой правильно. Раз здесь дыхание, коль так протянула. Это все, да. Это уходит из стиля, да. Это из всего уходит, то есть так, дыши, но для первого раза, Александр Владимирович, я считаю, что все это неплохо, ты отработаешь, интонацию отработаешь, фразы все, очень хорошо, все. Так с текстом все себе помечаешь, угу. Это все грамотно. Так, вас отпустить, все? Сейчас посмотрим, а я, может быть, еще и не надо. А я позанимаюсь еще, нет, не надо? Еще 10 минут я могу. Хорошо, тогда... Не хочу тогда отпускать ее пока еще со стандартом. Давайте еще поработаем над прологом особенно. Mm-hmm. Над прологом. Потому что это мы можем с фонограммой с ней поработать, потом перенесем на аккомпанемент. А здесь у нас минусовки нет этой. Потому что всякие есть интерпретации, этой нет. Mm-hmm. Поэтому, ну это просто здорово, что нам подсказали, огромное спасибо. Это нам Настенька, по-моему, подсказала. Что именно с тобой вот эту взять интерпретацию. Ну давай еще разочек пролог. Давай. Со вступлением, чтобы ты хорошо рассчитывал. Спокойно начни, ничего не зажимай. Наслаждайся сама. Сама наслаждайся. Of poets I've used many words to say simple things. It takes a time and time to make a chorus sing. With music out of it has been playing. For you I have a type of song. To be sure you know what I'm saying, I'll translate as I go. Английский язык не знаю, сами чувствуете, да, что там что-то не вмещаешься, там где-то что-то. Очень хорошо послушай Эллу, как она вкладывает вот это все. У тебя преподнесение может быть и должно быть свое, но так как она поет, это замечательно, это прекрасно, то есть, пожалуйста, ты можешь взять за эталон ее исполнение. Это чудесно, но не получается пока вот начальных строчек свободных.
Она дышит, строчка. Почему-то там какие-то нотки примешиваешь ты. Спой это. И со словами, что там? Вот видишь, что ты делаешь? Ты плинтус туда куда-то добавила. А ты лучше бы вот эту распела бы ноточку последнюю, а ты там тратишь на что-то не... Понимаешь, что эта волна прошла и опять успокоилась, она быстро-быстро. Не придумывай ничего там. Еще разок сначала пошли. Спросите еще разочек, давайте. Опять нам. Все, забыли. Еще раз, аккуратно. Смотри. Вот это спой мне сейчас очень быстро. Забыли про то, как поют Элла. Прям вот спой мне все это. И только вот здесь вот задержись. Прям я не знаю, как тебе эту трубалку убрать с вас. Пошли еще раз, дочка. И... Of poets have used many verse to say Saint-Pompe. Прямо вот это, посиди на этом. А вот это сделай, пожалуйста. Прямо прямо близко. Дикцию не снимай со счетов, но сделай это все это быстренько. И как бы вот волна пошла. Пошли. Of poets have used... I've poets... Нотка. Of poets have used many words to say simple, прям задержись здесь. Зачем пять плинтус? Где ты его придумала? Спой его. Ну что делать? Я люблю плинтусы. Как мы с Дианкой тогда мучились тоже, сколько она. Вот и все. Я еще сама побежала. Побежала, это не значит та-та-та-та-та-та. Побежала, в смысле, строчка с движением идет. Но ты не рубишь ничего. Еще раз, вот, собачество. Все, постарайся, пожалуйста. Четкая, точная, хорошая ноточка. Пошли. Дыши. It takes every time and right to make a poracy. Always I got a round and play. You see a simple thing. Оно болтает, оно, понимаешь, оно крутится за кругом. Не догоняешь эту ноту? Набор не догоняешь, она та же самая. Ты ее не добиваешь. Распевай, пожалуйста, успеешь ты? Тут адлибитум, две строчки адлибитум. Садович пойдет за тобой. И почему небрежно? Ну задержись. Simple, она
Сэм посидим. Сэм-па-фэ. Хорошо, чистенько. Еще. Сейчас поддам. Поем. Хорошо. Молодец. With music and with you. Подтяни ее. With you. Не дотянула? With you. Возьми V первый грудной, потом уйдешь в голову. With you. With music. А ты почему? Хорошо же было. Начало было, потом задавило. Распустись головной. With you. Да? The music and you have been playing. For you I have written. For you, опять грудь. For you I have written. Почему уйди в голову здесь? Ну не тебе высоко. Хорошее было for. For you. Пошли. For you I have written a song. Почему голова? Ну здесь пой головой, что ты давишься? Еще раз. For you I have written. Только на легато, только на легато. For you I wanna be so. И опять в сумку идешь на грудь. А вот эту часть на голове спой. И. For, не for грудь. You, for you, for you. О, ух ты! Еще раз. For you I return. Почему ты давишься на грудном? Ну не дави! Так, а потому что тормозим. For you I fall me so. Почему с легато спрыгиваешь? Что не знаешь, как спеть? Слова не знаешь? Что это у нас? For you, it's always a... Побежали? For you, I have written a... Чего мы не давим? Ну вот же! Артикуляции никакой, сырья. Пошли. И. For you, I have written. Ну где легато? Ну, вот так вот прям, вот так вот, все вместе слова. Фраза цельная. For you I have written a song. Отлично, только соул вернитесь на грудь, а? Хорошо без плинтуса уже поешь. For you I have written a song. Посмотрите, где написано сидеть на этой и. Мы не сидим. Сделай ее. Сделай ее и развей ее. Она не напит. For you. For you I have written. Почему разбил? На легато. For you I say. Посиди на и. Грудь первая. For you I have written. Нет, а потом можешь уйти. Первую дай. For you. И пошла на голову. For you I have written. Доделай ее, доделай ее, эту и. И на легато, и на легато. For you. Микшировав, уйти в грудь. И пойдешь потом. Попробуй, попробуй. Это сложно, но все равно. Ну, либо останься тогда на голове пока. Но только ее точненько надо спеть. Еще раз. Грудь. For you, for you, for you. И на легато. For you I've written this song. Без плинтуса. To be sure you know what I'm saying. Ой, что я сделала? У нас здесь транспорт, а не будем здесь играть. Может быть, сейчас включится? Да. To be sure you know what I'm saying.
Поем. To be sure you know. To be sure. На легато, не выйдет. To be sure you know. To be sure you know. Поем. To be sure. Спокойнее. To be... Не надо так глубоко. To be sure. To be sure you know what I've said. No one. No one. Ну вот же, ну артикуляцию оставляешь прежнюю. Чё? И она... Ну ладно, надо же поднять, обязательно мышцами помочь. Поем. To be sure. Выше, выше, выше. Не надо. To be sure you know. To be sure. Слейся в унисон. To be sure you know. Видишь, ты высишь, ты не сливаешься. Грузи себя. To be sure you know. To be sure you know. Легат, она отдельно вот это шоу. У тебя... To be sure you know. Вот! Ну вот же! To be sure you know what I'm saying. Ну вот как ты сейчас хорошо спела? Ну почему мы не поем так? Почему? Ну ты же спела на легато сейчас и хорошо, и чисто. Поем. Одна нотка. Поем. Дыхание потом берем. Нет. Я не знаю, там как по словам. Дыхание. Сама Анджас. I'll translate as I go. С этой же старт. As I go. Старт с этой же. Это же. Это же. Поняла? Одна. С нее старт. I'll translate as I go. Дыхание возьми. Ты когда дыхание берешь, оставайся в этой энергетике, чтобы не выпасть из этого тона. It's just a way. It's a royal. Одна. It's just a way. Нет, куда? Ты потеряла ее? Ты взяла ниже, а она та же. Взяли сейчас. Угу. Untrusted. Нет, там одна нота. Untrusted. Untrusted. Но если ты споешь untrusted, это не будет криминально. Там по гармонии нормально. Untrusted. Или одна. Untrusted. Untrusted. As I go. As I go. Почему она, вот это go? Но зеваю, видишь, как хорошо. Это гортань освобождается. Это очень хорошо, что ты зеваешь. And trusted is a goal. На гоу, помоги артикуляции себе. Подними. And trusted is a goal. И без плинтуса. Нет, с этой же нотки. Еще раз. Вот как три ноты могут быть? Она одна, они у тебя все три раза. Дыхание. Ты же не так громко поешь, но ты ее поджимаешь, она не развивается, диафрагма не работает. Я сделала волну и сфильтровала. На легато. Сама. Ну умница же. Господи, ничего не понимаю. Сами ничего. Сами себе усложняете все. Не знаю я вообще с вами. Так. Спой еще раз целый. Прямо с ней вместе в дубле.
Прямо вот так вот. Пой свою версию, главное, чтобы ты была свободна. Угу, давай. Дыши, наслаждайся. With the words and music I've been playing, for you I've written a song, to be sure you know what I'm saying, I'll translate as I go. Умничка! Там как раз все-таки две нотки. I try, sent, I try, sent. Все-таки не одна. Ля, соль, соль. Стереть-то можно? Да. А как? Тут резинка есть, нет? Открывается. Ля, соль, соль. Потом сотрешь. Да, и с этой же начинаешь. Дыхание. Держи. Она никак не может сползти вниз, потому что ты идешь на развитие, то есть крещендо вот здесь у тебя, крещендо. Крещендо, что такое крещендо? Увеличение. Увеличение звука, громкость увеличения. And trust it in the God. И тебе надо еще, знаешь, что учиться, то есть понимаешь, у тебя рисковато идут они, тебе надо распределять вот эту силу. А ты иногда прям дорвешься, как бы у тебя они такие. То есть and translate in the in the. Это же идет. Вот здесь вот была ля, соль, 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 соль. Соль, соль, до, си, ля. Соль, соль, до. Здесь вот до, си, ля. Я тебе прям подписала ноточки, поем. And translate as I go along. Я тебе неправильно подписала. Мы же поем сейчас с тобой в тональности, которая у Эллы. А мы подняли на сколько? На тон? То есть нужно будет потом все это стереть. И... То есть нотки те, которые в Эллиной тональности. А мы подняли у нас ля бемоль мажор. А тут было на том. До си бемоль, си бемоль, си си ми. Давай резинку сотру, а то я тебе тут понаписала. Ну сейчас просто не видишь, пели, ты брала, но тебе все равно тяжеловато, конечно. То есть на тон мы, значит, подняли. Мы, значит, подняли на тон. Здесь-то ноточки мы правильно подписали, до, вот здесь правильно, а вот эту строчку мы, видишь, целы сняли нотки. Помоги артикуляцию. У тебя будет до, си, до, си, си, ми. Развивай.